Там даже музыку поставлять не надо, Вован. Все уже за нас сделали. Присядь в гелик. Девушка такая, ой. Сам заработал или бабушка подарила? Секс 500, меня 700. На картошке поднес. А, да, точно. Оптовая торговля. Да, 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 да. Москва-Сити. Ну, вот, короче. Жизнь после лайка, короче. Да, но эта тачка мне не очень нравится. Потише, а то тебя услышат. Ну, они в офисе скажут, эй, что тебе гелик не нравится, слушай, придурок. Мне понравился этот мужик такой. А да, мы этот купили уже, там что-то белый. Такой простой вообще. В майке, в шорты, блин. Ты пойдем? Вот это автомобиль для тех, кто в 99-м обналичкой занялся и не бросал свое любимое занятие до 2016-го. И вот так ездишь, мультики смотришь. Такой, надо что-нибудь такой. Шлюха. Черная. И все, она вот здесь вот такая. Excuse me, sir. Прямо оттуда, да. Да. Короче, это, сходили мы в этот в салон Мерса, салон Ягуара. Должны были прокатиться на тест-драйве. Хер два. Но нас прокатили. Прокатили, блин, два раза почему-то. Есть такая херня. Новую рубашку, блин, надел. Волосы помыл. В какой-то веке. Трусы новые одел. Не катит, короче. Вообще. Как этот Осипов, как ты говорил, рассказывал. Пришел с баблом. Да-да, и мы не продали Мерседес. Типа, сказали, подожди, пацанчик. Да-да-да, говорит, покурить надо выйти. Говорит, сорян. Попозже купишь, брат. Там мне дел до хера, сам понимаешь. Короче, вот так все серьезно у нас тут в Москве. Даже если у тебя есть деньги, хрен тебе, нормально дадут покататься. Но нужно все равно давать деньги вперед, короче, чтобы тебе продали. Что там с сиденьями? Вот эти сиденья, вот конкретно вот эта вот часть, насколько я помню, сделаны из нерожденных телят. Детей, эмбрионов. Ну, не совсем эмбрионов, но как бы да. Такие дела, такой бизнес. Блин, во всех видео ржем, чувак. У нас как этот, знаешь, как блок наркомана Павлика, блин. Все, давай. Ух, взлетаем, бля. Скорость она как бывалка, так-то. Она прям плавать начинает, да? Маленько. Как? Асфальт, да, немножко есть. Впереди, где вот этот, чуть дальше, где зеленый, еще разворачивайся назад. Ага. $8 миллионов поджог. Неплохо. Единственное, что говорю, вот прям она плавает. Серьезно, мы такие сидим в храме вегетарианства вообще. Такие, Вовчик, не надо смеяться. Не оскорбляй чувства. Не оскорбляй чувства. Вот покажи всех, вот все по одному сидят. Все боятся, потому что еды мало. Не ешь мою сою. Представляете, они сою едят за место мяса. Сою. Тихо, не ешь мою сою. Мы не доели еще, там это. Да нет, я так машу тебя шутил. Здесь даже не шутят. Что ты делаешь? Помогаю.
вот единственная штука здесь вкусная. Она тоже из сои. И то странная вообще. Из сои. Жесть. Даже ложки из сои. Я надеюсь, что эти ложки из металла, которые собирают бедные. Нас все смотрят. Побьют нас. Соевую колбасу. Доставай мясо. С кармана выпало. Это не мое. Не хватает этого урода. Такой, это не мое. Что там написано такое? Цикорий. Аюрведа. Это заклинание. Доставка 7 дней в неделю. Блин, я бы сделал доставку каждый час. Потому что как можно ей наесться? Ну что, тебе не вкусно? Я аж озверел еще больше. Ты весь красный стал. Ты стыдно. Вообще бесит. И грустно. Бомба. Знаешь, тут день рождения справлять, но никто не придет. Все, сейчас как красить, короче, должен сишку закрыть, водку открыть, зубами, блядь. И шашлыка с шампура вот так. Вот, стоп. У тебя соевая сигарета? Да, соевая. Слушай, я понял, надо придать какое-нибудь мясо. О, он мясо ел, смотри, его повязали. Его повязали, видишь? О. У всех свой выбор. Ой, один гонится за нами. Во, беги, я тебя прикрою. Здесь, наверное, это фалафель делают. Знак бесконечности. Ну реально, я вот заметил, что вегетарианцы, они какие-то все медлительные. Они какие-то, знаешь, вот отшибленные какие-то. Ты когда заметил? Когда сам таким стал. Когда понял, что все, лени сил не хватает даже открутить крышку Кока-Колы, да? Понял, что что-то не так. О, Егор Грит. Нет, я Петя Осипов. Вы ничего не знаете о маркетинге. Спой что-нибудь. How...